Собор, что случилось, Струха? Сколько часов в день работаем? 12 работаем, 12 отдыхаем. Что это такое вообще? Это буровая. Собор, ты на работе? А у вас дает выходные там с 28 по 6 числа, Собор? Что происходит, Алинка? Происходит, работаем? Все равно не понял. Что ты не понял? Поняла. Что не поняла? Скоро выходные 2 дня. Нет, не 2 дня. А, там, короче, до 6 числа, короче, нерабочие объявили. И зарплата будет как есть, так и будет. Или с 28 по 6 апреля, или с 1 по 6, короче, Путин подписал указ, что не будет работать нигде из-за коронавируса. Попроще можно объяснить. Попроще, что и конкретно, братан, спроси, я объясню. Возможно, есть устроиться. Блин, братан, я тебе скажу, без опыта очень трудно. Да нет, у нас нет такого. Почему это везде, по всей Российской Федерации? Будет у вас тоже выходные, будет. Ну, оплата, сказали, останется. Ну, да, оплачиваем. Типа неделю выходные. Типа недели карантин. Мы работаем даже в субботу, воскресенье. Да, это Дагестан, и так и есть там. Дагестан же как отдельное государство, сам по себе живет там. Что-то непонятно творится там. Кто хочет, сказали, уходите. Кто хочет, сказал, уходите. Почти все отказались на выходные работать. Нет, там выходные, короче, я, ну не знаю, да, каждый человек, ну типа я так слышал. Так ждем этих выходных. Давай, будет, Собор, отвечай, будет. Что конкретно там механизмы делает? Ну, братан, здесь все делается. Опыт работы бурения ты имел в виду? Да, опыт бурения, блин, нужен хотя бы. Год-полтора. У электрика какая зарплата? Туся, отвечай, пожалуйста, у электрика какого? Если ты тут, Туся еще. Она там в финансовый отдел работает. Знает. Расчетный отдел она работает, короче, она знает все по зарплате. Собор. Труба с нефтью или жидкостью откачивает, или это слой, или это слой бурят. Жидкость откачивает. Ну там мы специально буровым раствором прокачиваем грязь. Ва алейкум ассалам, брат. Собор, ты тут еще? Или уже нету? А видишь, там танцуют ребята от кайфа уже. Это Ханты-Мансийск, город. Собор уже нету. Туся, ты не уходи, ты тут будь. А как получить этот опыт, если тебя не принимают на работу? Ну, видишь, бывает, ребята, когда людей не хватает, короче, да, вот, но как-то каким-то образом попадать. Вот,
Будете скважины, нет, мы уже добурили, нет, какой марки там будете. Не, эту марку мы не отличаем, это уже ДНС там. Вот там будет ДНС, где вот резервуар стоит, там у них надо спросить, какой марки, какой качество, каким градусом они идут, они только знают, ребята. Мы просто пробурили и все. То есть не уходи там. Когда без выхода положение бывает, если много серы, это тяжелая дичь. Проблемы влияют на работу, если я правил. Проблемы длинница на работу, если я правильно принял. Понял. Салам алейкум, брат, какой нефтеюганск. Да, брат. Нефтьюганский, да, брат. Ну, конторы везде есть, да, я нефтьюганский, конторы там у нас, короче, ребята. Алейкум салам. Проблема.